женой празднует 35-летие совместной жизни. И муж говорит: «Галя, а помнишь, 35 лет назад жили на съемной квартире, спали на дряхлом диване, смотрели черно-белый телевизор? Помню, Боренька, помню. А сейчас, Галя, квартира своя, мебель шикарна. Имеем несколько авто. Да, Боренька, все благодаря тебе, Боренька. Все в дом, все в дом. Ой, Галька, а раньше-то я спал с молодушечкой 20-летней. Грудь 3-го размера, попка, ух, то, что надо. Весь квартал завидовал. А сейчас, ох, с бабкой старой, 65-летней. Боря! А в чем проблема? Найди себе 20-летнюю для сна. А уж поверь, я, бабка с опытом, позабочусь, чтоб ты жил на съемной квартире, спал на дряхлом диване и смотрел черно-белый телевизор».